Ну там, причем здесь так получилось, что мы выиграли, там ЦСКА вышел, мы с одной группы вышли. Ничего в этом страшного нет. Для нас, для нашей команды, это очень большая польза, то, что мы с такими командами, как ЦСКА, как с Краснодаром, как я еще раз говорю, что со Спартаком мы тоже сыграли. Для нас это польза, и для нас это, конечно, очень хорошо. И болельщики восприняли, болельщики для нас даже больше, чем сегодня здесь на стадионе, объявили 25, у нас 30 с лишним тысяч было на игре ЦСКА. Хороший формат кубка. Только одно бы я, все-таки мы с одной лиги, мы выходим, например, и почему мы должны играть сейчас в Краснодаре? Мы сыграли две игры в ЦСКА. Краснодар сыграл одну игру. И мы снова должны ехать, если бы... Я понимаю, Акрон. Я понимаю, там команда какой-нибудь, там ФНЛ, там еще кого-то. Но когда равные команды выходят, ну делайте же ведьевку тогда. Потому что я считаю, что в Краснодаре там три игры ряда дома, и в Кубке они все три игры. Мне это не умаляет, их не достоинство, то, что они вышли в финал. Но все-таки преимущество своего поля и преимущество своего поля. Аккуратненький вопрос такой по судейству. Знаю, что сразу не любите говорить по горячим следам. Вы сегодня полностью в конце разобрались в моменте? Я еще не посмотрел, но я не понял, как вот я сейчас разговаривал, то, что это же он не отменил грубую игру, он не отменил карточку, потому что была грубая игра, мы сейчас сказали. Почему не было пенальти, это было вне игры. Подняли это вне игры, потому что так, что как я сейчас могу там разобраться, я не видел сам. По словам, ну и я думаю, что Сергей опытный арбитр, он тут ничего не придумал, как он видел, сразу же показал, подозвал его в бар, сказал, что это вне игры, для чего он и карточку не отменил, потому что игра была грубая, так я говорю, опять же, неудобно, не видно отсюда. Ну вот вы всегда находитесь в раздевалке с командой, да, насколько сильно сыграли вот эти два фактора, что сегодня и скамейка урезанная, да, и на игру, получается, опоздали. Так сегодня, ну, все как-то скомканно. Это тяжело, понимаешь, нам тяжело. Я говорю, что сегодня у Краснодара было преимущество, они были дома. Мы сейчас сыграли, мы добираемся, ну хотя в этот раз мы прилетели в Сочи, доехали поездом, нам это намного лучше понравилось, чем мы ехали сюда через минеральные воды, и у ребят потом они отойти не могли недели, две, наверное, полторы не могли отойти, тяжелый период, и я сочувствую команде Краснодар, Ростову, которые на каждую игру так выезжают, нам, мы жалуемся, потому что нам самим тяжело, а они каждую игру так ездят, так что... Ну, вот еще раз я говорю, в формате кубка мне не понравилось то, что мы все-таки, мы же сверху, мы спускаемся, и почему мы обязательно должны ехать, вот это, обязательно должны ехать на выезд? Почему? То есть это как бы такой, так скажем, единственный нюанс, который бы вы меняли, обсудили. Можно его обсудить еще. В принципе, у вас вопрос есть к РФС, правильно? А? По регламенту вопрос есть к РФС. Да, ну, я думаю, мы еще обсудим обсудим, я думаю, и на лиге обсудим, и в ЦРФС обсудим. Но мы же знали, что так будет, потому что это, нам сейчас говорить, но мы же знали, что такой регламент принят, мы знали, что нам придется ехать. Ну вот сейчас я говорю уже с позиции того, что мы сегодня сыграли, и как мы. Конечно, я считаю, что, наверное, надо это несправедливо. Это получается проще опуститься туда, с третьего места, и там и первый был, там две команды дома играешь, там это, и потом снова дома играешь, и все. И сверху опускается команда. Команда Краснодар не мальчики, а девятья. К ним приехал Акрон, к ним приехал еще кто-то.